все, достаточно? Все. We'll be right back.
Thank you.
Светлую память погибших возложил ты руки. Предлагаю минуты молчания почтить. День Дня Победы, Великой Победы советского народа над немецко-фашистской Германией, мы прибыли на это трагическое место, на котором погиб экипаж самолета, пикирующего бомбардировщика П-2. Отправляясь бомбить этот остров, многие летчики знали, что это дорога в один конец. Но тем не менее, мужество и героизм, которые они проявили, позволило приблизить День Победы, выиграть такого сильного врага, и они подарили нам жизнь, надежду, и сейчас уже живут их не только внуки, но уже и правнуки. Вырастает следующее поколение, которое не знает войны, и светлая им память, и дай Бог, чтобы мирное небо над нашей Родиной еще очень долго никогда не знало, что такое ужасы войны. Светлая память героям. Для той детворы, которую вы приняли в юнармию, вот это, наверное, самое важное. Самое важное, что есть почет, уважение павшим героям. Считаю своим долгом обязательно сказать про гибель этого экипажа. То есть разбившиеся здесь летчики в 43-м году именно умерли во славу Победы. Ну, остров есть остров. Остров, который держит вход к Питеру. То есть противника отсюда обязательно надо было вышибать, чтобы хотя бы выйти из Кронштадта. То есть действительно лететь сюда. А я здесь был еще в 2009 году. И зенитки 88 мм видел здесь. И не только их. Вот, то есть лететь действительно на верную гибель, чтобы уничтожить это гнездо, чтобы этот мощнейший опорный пункт, ну, подвиг. Жаль, что долгое время, конечно, место гибели этой пешки было не найдено. А тогда я вот не знал, где это все лежит. Вот, теперь, значит, остается только надеяться, что эти парни, которые не так давно одели красные береты и юнармии, тоже побывают здесь, будут это место все более и более облагораживать, чтобы помнили. Насколько это важно для подрастающего поколения, для тех детей, подростков, с которыми вы работаете? Я считаю, что это очень важно. И мы, как молодое поколение, которое заняло сейчас, можно сказать, дорогу, направление, которое делали наши ветераны, мы должны это обязательно поддерживать, сохранять память. И сохранять не только память, но и традиции нашей Родины в молодом поколении, и учить это, и перебивать. Что бы вы сказали ветеранам войны, которые остались еще сейчас живы? Я бы сказал огромное спасибо за мирное небо над головой, за то, что мы живы, за то, что мы можем приехать почтить память даже героев, которые здесь находятся. Только огромное-огромное спасибо. Они сохранили, можно сказать, и дали нам жизнь. Thank you.
Thank you.